Пешеходоводы, с вами Стасен, и сегодня поговорим про жару и про кондиционер. Ваша машина оборудована климатической системой, и вы, естественно, в жару пользуетесь кондиционером. Но как вы сами убиваете ваш кондиционер и ваше здоровье? А все легко и просто. Какие делаете вы ошибки? Остановились, заглушили, пошли по делам. Зашли, завели, поехали. Подъехали, остановились, ручник заглушили, пошли по делам. Снова сели, завели, поехали. Какую вы сделали ошибку уже два раза, и так каждый день, в течение дня. Как вы сделали ошибку, вы не сделали вот так вот. Идет холодный воздух. Идет. Теплеет. Продуваем радиатор кондиционера. Видите, идут испарины. Вот прям видно, видите, влага. Влага у нас капает и под машиной конденсат, и влага у нас идет по всей воздушной системе. Для чего я это делаю? Можно даже повысить температуру. Я просто, давайте, в целях ролика чуть-чуть повысим температуру. А что чуть-чуть, да, уж сильно. На улице сколько? 29. Давай 29, мы зажарились тут вообще. Вот так. Короче, ребятки, вы не продуваете, не просушиваете радиатор конди. Там у вас остается, вот вся эта влага остается, видите, вот как здесь, не знаю, видно вам, не видно. И что у нас происходит во влажной среде, как высушивается? А происходит у нас накопление различных организмов. Потому что влажная среда – это влажная среда. Тем более она там не вентилируемая. И так каждый раз, когда вы выключаете конди, не продувая его, вы уходите, вы тем самым засоряете его. Создаете там продукты для жизнедеятельности бактерий. Потом у вас просто-напросто будет, как у пухлиша, тухлый запах из кондея. Моей машине 6 лет, никакого запаха у меня нет, не было и не будет. Потому что я грамотно эксплуатирую свое транспортное средство. Видите, все, высохло. То же самое произошло там, на радиатор. А как его чистить? Когда у вас появится запах, вам придется не брать эти вшивые брызгалки, которые ставятся и брызгаются. Надо будет открывать бардачок, снимать шланчик охлаждения и просовывать туда. Сейчас мы включим. Ну, конечно. Просовывать туда шланчик очистителя с пены и заливать там все пену. Это тоже полдела, потому что вы не знаете, куда уперся шланчик. Попала ли пена на все эти соты, обработали. Там просто есть пространство радиатора, где собирается всякая грязь. Там, понимаете, там изначально у вас уже есть грязь. Даже если вы проехали всего там 50 километров, уже она там появилась. И плюс это влажная среда, все вместе, плюс бактерии, вонь, запах гниения, тухления. И потом вы все этот запах гоняете, понимаете, вы каждый раз, когда человек не знает, потом гоняете его по своему автомобилю. И тем самым отравляете себя и своих близких. Никакая там система фильтрации вам не поможет, потому что бактерии, они в Африке бактерии. И пена вам тоже не даст 100% гонять, чтобы вы очистили радиатор. Его в идеале надо снимать и чистить прям физически. Вам это нужно? Не нужно. Вы просто-напросто делайте, как я показал, и все будет хорошо. Вот, 6 лет в машине, запах, вот, приятный запах чистого, свежего воздуха. И грамотный фильтр ставим, а не какой-нибудь там фильтрон за 200 рублей. Потому что, как я всегда говорил и говорю, в противогазах и фильтрующих элементах главное отсутствие зазоров. А на фильтроне будет зазор. Сейчас у меня там зазора нету. Фильтр стал так плотно, что потом придется применять спецсредства по выдерге. Но, скажу вам заранее, на этой крышечке, в которой закрывается фильтр, есть маленький крючочек, который специально предназначен для того, чтобы так цеплять фильтр и вытаскивать. Блин, 23 раза настать холодно.
Короче, я вам показал, как вы убиваете свой кондей и свое здоровье. Так больше так не делайте, все будет хорошо. Да, я понимаю, что не всегда так получается. Вот я вчера, например, когда менял масло в коробке, мне потребовалось какие-то различные расходники. Я туда-сюда ездил, выходил. И вот так вот я заметил вот этот момент, решил вам рассказать, потому что обычно я просто, когда подъезжаю, ну, когда все без суеты, подъехал, просто отключил, убрал этот автомат, выставил, и, например, там, пока там кто-то вытаскивает вещи, он продувается, видите, там еще не набрала влаги, но все равно влага уже появилась. Он продувается потихонечку, так, спокойненько, и все, окей. В этом залог здоровья. Все, без повторений. Хотя повторение мать учения. Сейчас у тебя наша практика, наша Шкода 8. Ставьте лайки. До свидания. Вот такое количество конденсата вытекло от кондиционера. Теперь понятно, сколько там влаги? Вот маленькое дополнение. Вот сейчас у меня стоит опять на продувке. И оттуда идет реально такой влажный воздух. Видите, это видно. Вот. Испарины есть. Вот это вся влага у вас в системе вентиляции и кондиционирования. Понимаете? И вот это все надо просушивать, убирать это все надо. Вот такая темка, товарищи.